Всем привет. В комментариях вчера переписывался, на работе был. Т-25, Володька, Витек спрашивает, как я перед заузил. То есть у меня задние колеса стоят 1,35 м, оказывается, не 1,40 м, 1,35 м. То есть вот я померил, то есть вот доска, как бы, и вот черта, сейчас померю. Зад у меня получается 1,35 м, не 1,40 м, вот 1,35 м. То есть фреза у меня 1,35 м захват, сзади 1,35 м, а спереди получается 1,30 м даже был. То есть Витек спрашивал, как я заузил. То есть вот по краю, и вот черту я отметил. Перед у меня получился 1,30 м ровно. То есть у меня вот здесь вот это вот как она правильно называется, то есть вот это как цапфа или как она, не знаю, даже кулак поворотный. То есть тут в нем, в этом кулаке, отверстие через 5 сантиметров. Вот у меня вроде тут посадочная как есть, а вот этого последнего отверстия не было. То есть стояла вот здесь через 5 сантиметров, что с этой стороны, что с этой стороны. И перед у меня выходил метр сорок получается. Вот перед у меня 1,40 м выходил. То есть 1,40 м, а сзади у меня 1,35 м. То есть у меня передними колесами резина у меня вот такая широкая. Хорошая резина по грязи вообще. То есть она совдеповская еще. Где тут знак качества СССР? Вот она, СССРовская еще. СССРовская огонь резина. То есть до сих пор ходит нафиг. То есть у меня перед получался шире и топтал след. То есть не пропахивал, у меня перед шире был. То есть на похоте. Вот колеса у меня на узкую стоят. То есть перед 1,30 м, зад 1,35 м. Ну, перед все равно чуть вильнешь, не вильнешь, и получалось маленько не пропахивало. Да, так он вообще вот трактор как мини-трактор смотрится. То есть на узкую вот автомобильный прицеп. То есть как мини-трактор на широкую, когда колею стоят, он все равно как нормальный трактор выглядит, а так мини-трактор. Ну, на узкую колею вот с фрезой удобно. То есть в каждую дырку можно залезть и вспахать с фрезой, когда пашешь. С плугом, конечно, неудобно. На уклонах, где колея большая, он, то есть, качается весь, то есть страшно. Ну, я привык, как бы, стараюсь не пахать сильно неровные участки, как бы, там, терпит. То есть, прицеп я, как вчера вечером приехал, так поставил, даже не разгружал. То есть, у меня вон она, картошка там лежит, там в гараже вон картошка. Это еще не вся картошка, там еще все так, наверное, 10. То есть вот с 12 соток вот урожай полностью вышел. Ну, копалка отработала нормально, отлично. Кардан ничего не разбило. Ну, а так нормально. Все, всем пока. Думаю, на вопрос Володьки ответил. Витьку ответил. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, у кого насколько колея стоит. То есть при работе с куном я задние колеса
местами меняю, получается. Да, и у меня либо разворачиваю просто, вот, то есть колья у меня широкая, то есть с куном на широкую надо работать, то есть опасно. С поднятым куном можно кувыркнуться запросто. Ну ладно, вроде все сказал. Плуг. Плуг я переделывать буду. Он сделан. Сделан. Это под широкую колею я буду переделывать ее. То есть вот эту часть я сюда еще наращу. Ну, потом видеообзор сниму. Все, всем пока.